Я доверилась расчетливому парню, выполняла все его желания и теперь не могу вернуть свое заслуженное и заработанное имущество. И вот что я вам скажу. Никогда не ссорьтесь с хейтерами в комментариях. Среди них, оказывается, бывают очень злопамятные люди. Вот и сегодня ко мне должна была прийти награда от YouTube за 100 тысяч подписчиков. Я должна была встретить по определенному адресу, но там никого не было, поэтому я позвонила курьеру, и он назвал мне совсем другой адрес. Я с просонью, конечно же, сразу поехала туда, искала абсолютно везде, где только можно. Позвонила ему более 30 раз, но он, как назло, просто не брал трубку. После чего я уже сдалась, но резко ко мне подошел какой-то мужчина. Он сказал, что он тот самый хейтер с комментариев, которым я поссорилась год назад, и что он меня узнал, и поэтому ни за что не даст мне мою посылку. Я извинялась перед ним, но он не принимал мои извинения. Вместо этого сказал, что я должна буду его покормить. Его любимое заведение — это Жека's Донер, и поэтому мы пошли именно туда. Мы были на Абая 34 и решили сесть на второй этаж. Это заведение я знаю и была тут не раз, и здесь реально очень вкусно, но у них появились новые позиции, именно из-за которых этот курьер решил меня сюда привезти, потому что он очень сильно хотел их попробовать. Мы взяли пиццу, Жека's пицца. Она была безумно сырная и вкусная, и она мне реально понравилась. Также мы взяли пофьюз чаю, чтобы забить. Далее мы взяли донер в батоне, это тоже новая позиция, я думала, что там будет очень много хлеба. Но оказывается нет, он оказался вкуснее и сочнее, чем обычный. Ну и себе я также решила взять обычный куриный рамен, потому что я его здесь просто обожаю, и в прошлый раз его тоже здесь ела. Все это время мы с ним пообщались и даже помирились, поэтому все хорошо. И после нашего обеда он наконец-таки вручил мне мою заслуженную серебряную кнопку на 100 тысяч подписчиков. Спасибо, Жека's Донер, за классную атмосферу, вкусную кухню и за то, что спасли мою кнопку. Конечно же, спасибо уже за 130 тысяч подписчиков.